Так, здорово, YouTube, с вами Арти. У нас еще одна игра. Новая игра, которая нифига не новая игра. Это Beyond Two Souls. Психологический интерактивный триллер. Снова от Quantic Dream. Выпущен он был в 2013 году для PlayStation 3. То есть некогда, некогда эксклюзив от плойки. Но, естественно, наш любимый магазин. Наш любимый магазин, его Epic Game Store. Его нам предоставляет, его игру, ее. Вот, и, собственно, мы сейчас посмотрим демку, как это на компьютере будет выглядеть и играться. Я надеюсь, будет прикольно. Не знаю, что это, эксперимент какой-то. С эксперимента, короче, мы начинаем. Я думаю, вам понравится. Я думаю, вам понравится. Мне, наверное, должно понравиться. Потому что портируют они игры, в принципе, ну, нет проблем. Только с Journal у меня возникли проблемы, и то... Такое себе. Ладно, давайте смотреть. Давайте смотреть. Правда, я уже вижу вот эту угловатость небольшую, но ладно. А, вот ты где. Локализация, Как настроение, да. Джоди? Хорошо? Конечно, у меня есть машинки, конечно, Не все хорошо. хочется отвлекать тебя от игрушек, но... Нам с тобой пора. Куда? Встаем. О, прикольно. О, прикольно. ППС как будто бы проседает, правда, а так прикольно. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Точно? Ну окей. Так, мы можем только ходить. Но графика приятная достаточно для 2013 года игры. Подожди. Я хочу посмотреть это. Мы же ребенок все-таки. Я думал, я сейчас бабахаю этот. Ну ладно. Блин, а там мультик, да, идет? Ладно, пойдем уже. Хочу посмотреть. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Кто такой Нейтан? Сюда? Да сколько можно? Ну нет, эй, Коул! Привет! Здорово! А что, мы в больнице какой-то? Привет, зайка! Какая ты красавица! Здрасте, спасибо! Красавица не то слово. Мы пришли. Так. Не сюда, типа? Что ты смотришь, дядя? Привет, Джоди. Здорово. Как твои дела сегодня? О, это же гоблин из Спайдермена. Мои дела отлично. Мне не дали поиграть, правда. А мне что-то сделать нужно? Там подсказка была. Ну, садись. Теперь... Наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Ну такая вся корона. Да ты у нас принцесса. Королева киберпанка. Ну окей. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Ты что, ты гоблин? Ты в Спайдермене убил, почти убил Спайдермена. Рядом он. Такое себе рядом. Что делать? Эй, Джоди, слышно меня? Ну да, нормально. Микрофон не очень. Да. Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Да, конечно, готова. Давай пожмем плечами. Не знаю, я не знаю. Давай. Ну что, поехали? Я же не сказал «да». Первое. Так, там. Перемещение. Ох, ё-моё. Я могу покопаться в твоей голове. Окей, что там было, звездочка, да?
Дальше. Дальше? Ну, давай дальше. Пульс замедлился до 45 ударов. Тета-ритм подскочил. Айден, нет! Черт! Эй, что это? Похоже, Айден не в настроении. Он с нами играет. Я что, я могу делать? Посмотри. Смотри, что я могу, чат. Айден, оставь его. Блин, жестко выглядит, прикольно. Я прям вселился в него. Ты чего? Ты чего? А, ладно, пойдемте на поводу у людишек. Или не пойдем? Ничего. Блин, капец, дядя. Ты должен почувствовать мою силу. Чувствуешь? Температура упала. Он здесь. А если я неправильно сделаю? Давайте проверим, что будет неправильно. Вот это, допустим. Ой, подожди, подожди, нет, нет, нет. А ну-ка. Соберись, ты сможешь. Сука. И вы это каждый раз, да, соберись, ты сможешь. Ну ладно, ладно. Да все, все, мне не нужно выходить. Я же уже знаю, что там будет. Вот это. Следующее. Блин, ну так прикольно, мне нравится. Графика для порта очень даже приятная. А игра просто безумная, я просто не играл в нее. Я в нее не играл, я ее не видел, как бы. Ты молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Так. Попробуешь их сбросить? Что это изи, дядь, ты шо? Я чуть твоего сотрудника не убил. Так. Не понимаю, просто удержу? А. Хорошо, Джоди. Что-то еще ты могла бы сдвинуть? Конечно, могла бы. Вот эту вот толстушку. Ты готова? Блин, Джесси, я бы обосрался там, прям обосрался бы. Куда ты пошла? Стой, маленькая. А могу я чем-то прибить? Ну все. Простите, я не могу. Стоять на месте. Джоди, спасибо, мы закончили. Тут заперто. Говорю нет, же вам, Кэтлин, заперто. Там не заперто, может откройте. Просто заклинило. Выпустите меня сейчас же. Спокойствие, Кэтлин, откройте. Ее нужно пугать так, чтобы она обосралась. Остановись, хватит, Джоди. Мы закончили. Прекращай. Это все власти. Он не слушается меня. Он меня не слушается. Все разбить. Спокойно, мы идем к тебе. Я могу ее убить? Я хочу ее успеть убить. Плохо дело. Выводи ее! Блин, очень весело. В то же время страшно, просто как-то. Угадаешь карту толстенькая? Кто там на меня нападает, алло? Я хочу все разнести здесь. А где они? Умоляю, откройте дверь! Ломай ее! Ладно, давай, все, хватит, хватит. Джоди, все хорошо. Не бойся. Жесть, просто жесть. Блин, я уже хочу эту купить игру, отвечаю. Quantic Dreams, это просто жесть. Это никогда не пройдет.
толстенькая больше никогда не будет участвовать в экспериментах. Но я бы на ее месте не участвовал бы. Опа, опа, цабана. Это в смысле... Эй, клавиатура! Следите за Джуди, завершайте движение. Ну окей, а как завершать? А! Так. Так. Давай, Джет Ли, научи меня драться. Почему я под мальчика подстрижен? Приготовьтесь. Поздно, действую, когда темп игры замедляется, продолжим. А, я должен просто следить за ее движениями. Окей, да, продолжим, конечно. Не в ту сторону. Я понял. Давай еще раз, давай, дядя. Ай, блин, вниз же, вниз. О, это очень весело, знаешь, на самом деле, без шуток. Да, он хочет, чтобы мгновенно, чтобы я делал. Так, я сейчас применю вот эти свои психоспособности. Да я вниз опускаю, все правильно. Руки Джоди движутся к левому краю экрана, перемещайте Миш влево. Я не понимаю как. Я делаю и вниз пытаюсь, и влево. Фу, как же, блядь. А, или я чисто за руками должен следить? Не в ту сторону, говорит. Но я же вниз нажимаю. Нет, нет! Да соберись же ты, тряпка! Меня что, в Heavy Rain это бесило, типа? Меня что, в Heavy Rain это бесило, что тут управление для клавиатуры, ну, клавомыши очень неудобно. Окей. Они хотят, чтобы я за секунду это сделал, я правда это делаю, но... А может он меня вырубить, интересно? Еще разок. Да нет, хорош еще разок, дядя, ты что, ты очень большой. Рано. Я уже хочу ему надрать задницу. Блять, не в ту сторону повернулся. Еще разок. Окей, и так уже, смотри, какой сильный боец. Борцуха прям. Смотри, натренировали как меня. Хорош, хорош Джет Ли вообще научил драться. И вот так, фу. Ай, ты же сделала. Ну интересно, да, на самом деле управлять, ну блин, вот у них, вот эти все игры портированные, они очень интересно управляются. Я не помню на пекарне таких игр. Может быть, конечно, я в них не играл, но я реально таких не помню игр. И поэтому вот это вот все в новинку так, блин. Хотя, казалось бы, да, игра 2013 года, ей 6 лет уже. А выглядит она зачетненько. О, что это? Это я? Что я делаю? Хватит, я не сплю уже трое суток. Просыпайся. Понял. Окей. Обосрався, да? Чувствуешь? Чувствуешь? Не спи ты, шо? Айден, хватит! Какой я тебе Айден? Я Айден?
Почему я на него не могу воздействовать? А я могу на поезд воздействовать. Ага, правой кнопкой мыши мы просто разворачиваемся, я понял. Ага, тогда нельзя уже, смотри. А им все равно? Ну, вообще, да, мы же в поезде едем, что им должно быть не все равно? Прикольно, повеселился. Ага. Айден, так не надо, Айден. Это мы куда причапали? Опа! Здрасте, полиция, здрасте. А курить-то в общественных местах нельзя. Они, интересно, меня ищут? Ну, заходи в поезд. Странный призрак. Так, вставай, менты. Айден, ну я же сказала тебе. А чё сказала там менты? Они ищут нас. Сказала она. Смотри, я ей помогаю, главное. Она сказала. Здрасте, мэм. Вернитесь на свое место. Да вообще легко, конечно. Чёрт, это она! Она! Тихо, тихо, бежим. Бежим, ты же, где Айден? Это я управляю. Стоять! Из места! Бежим, 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 бежим. А чё так поезд трясёт, блин? Даже у нас в России так поезда не трясут. Ай, осторожно! Дед, 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 бежим, бежим. Есть! Полиция! Пусти меня! Ты шо, блин? Да я пройду, блин, придурок. Беги, ты что стало? Крыч. Блин, не открылось. Да вообще легко. Она что, прыгать будет? Ладно, не прыгай. Так. Нет, я чуть не упал от этого. Смотри, мне просто за горло схватил. Ты же мент. Ой, щит. Он с пистолетом. Стреляй. Он в натуре стреляет, я не думал, я думал, он пугает. Ты окружена! Выходи! Наверх, наверх. Давай! Айден, где ты? Давай, Айден. Открой дверь, я выживем! Жестко. Ты чё, а может мне его столкнуть тогда было? Я же не вижу ни черта. Камера здесь просто жесть, конечно. Тихо, я уже научился драться как-то. Держу курс. Блин, столкнуть нельзя. О, жесть, блин, это очень круто выглядит. Прям очень круто выглядит. Бежим, бежим. Ах!
Зачем она его спасла? Блин, не туда. В ногу ударил. Блин, я не успеваю. Я хочу посмотреть. Просто посмотреть. Блин, не туда опять. Вдыхало мне дол. Самое смешное, что это якобы кат-сцена, но почти всегда я управляю. А куда перетащить-то нужно? Я не могу перетащить. Смотри, не соединяется. Вы для игр ПК это очень, как сказать, очень необычно. Подожди, Шаша. Что нужно сделать? Что я должен сделать? Соединить или что? Тут не написано, что я должен сделать. Я кручу, ничего не происходит. Вот я могу соединить вот эти две точки. Это оно? Я не понимаю. Я просто не понимаю. А! Сказать трудно было-то. Нужно вылечить ее. Но я понимал, что нужно вылечить. Я думал, как точками управлять. А здесь одна точка мышкой управляется, одна клавиатура. Капец, да? Блин. Ну это круто. Ничего. Кого ничего? Вставай. Ничего, говорит, ничего. И вот почти все вот управляется вот так вот. Якобы кат-сцена, но это не кат-сцена, ты управляешь. Да, знаю. Надо уходить, пока они не вернулись. Блин, я реально хочу в нее поиграть теперь. Quantic Dream. И Epic Store, который это портировал все. Ну, они, наверное, не портировали. Которые поучаствовали в этом и все. Давай, с той стороны! О, черт! Офигеть, они прямо ищут меня. Бежим, 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 бежим. Да, просто это офигенно выглядит, вот реально это просто офигенно выглядит. Ни больше, ни меньше. Отличная графика, отличная локализация. Правда, мышкой приходится херачить по всему столу. Хорошо, что у меня коврик на весь стол. Быстро иди. Нужно нажимать или держать? Что, больные? Быстрее, блёха-моха. Давай, 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 девочка, давай. Где Айден, когда он так нужен? Сенсубу поменьше. Это не с собаками на меня прямо. Какая-то дичь будет. Бегите, блять, он говорит. Сжиматы перевели, это круто. Ну или мне показалось. Блин, а как от них чухнуть-то? Нет, в тупик.
охренеть. Так, псина, ты шо? Айден. Я надеюсь, так задумано. Ой, жестко. Если что, YouTube, я это осуждаю, конечно. Но они бешеные, поэтому... А, я не то нажал. Жесть, с собакой дерусь. С собакой дерусь. А, жестко. Собачек люблю, но мне жалко. Так, все, почёпали отсюда, блядь. Куда мне бежать-то? Камера вот просто, ну, она с одной стороны, она с одной стороны прикольная, с другой стороны не видно ни хрена. Куда бежать? Я вообще без понятия, куда я здесь могу тикнуть. Тьфу, лол. И он меня разворачивает именно туда. Смотри, вот я иду туда, раз, он меня развернул. Тут все везде закрыто. Может быть, я могу просто спрятаться где-то? Не, они везде, они со всех сторон. Как бы таймера нету, то есть, я так понимаю, они меня все равно не ловят. Но куда-то мне... В ту сторону я не могу пойти. Окей. Лезь же она... Она, господи, она лезть будет. Блин, я надеюсь, это по скриптоне меня поймали. 17-й, на связи. В вашу сторону направляется спецотряд. Они заберут у вас задержанную. Понял. Какой еще спецотряд, алло? Никаких спецотрядов. Они уже едут. Все, отбегал. Помоги мне выбраться. Так. Я не понимаю, я должен нажимать или держать? По-моему, нажимать. Когда мигает, значит нажимать. Тихо, мать, ты что делаешь? Интересно, я его убил или просто придушил? Даже нужно держать. Вот я держу. Держу. Очень непривычно в такие игры играть, если честно. Слишком могу. Мотоцикл. То, что надо. Интересно, дадут порулить в такой игре на мотоцикле? А, что, она хочет, чтобы я что-то сделал? Ключики? Давай попробуем глючки. Мотоциклист, вот он в шлеме. О, чертов дождь. Он когда-нибудь перестанет идти? Я могу в машину зайти? Да, я могу. Ну как могу? Могу, но не могу, типа. Ключей в машине нет. Может, я просто смогу взаимодействовать с мотоциклом, да и все. Не, ну ключи по-любому у этого должны быть. Да я не ухожу, игра, что ты меня выгоняешь. Я пытаюсь ключи найти. Ты глянь! Лежит на боку. Все, время бежать. Но они не слышат, да? Да я же нажал.
А, я могу рулить. А, на пробел ехать. Все, так. Блин, прикольно, прикольно. А, тихо. Управляется очень плохо, на самом деле. Тихо, камера, не видишь ничего. Жесть, вертолет. А вот здесь я управляю. Блин, это очень круто, но очень непривычно, конечно. Зачем мне единичку нажимать? Что происходит? Блин, да от вертолета не получится убежать по такой дороге. Это мне нужно куда-то чухать. Я надеюсь, вы меня слышите, потому что мне очень громкая игра. Блин, там менты. Какая-то застава. Да-да, они уже ждут. Ох, ё-моё. Спецназ подвезли. Выбора нет. Поедем на пролом. Ты готов, Аль? Да я-то готов. Я все правильно делаю. Офигеть. Не стрелять! Прекратить огонь! Говорит постан. Ускользнула. Мы ее упустили. Едем в Бейкертаун. Прикинь, как они охерели просто от этого. Слушай, ну очень прикольно на самом деле. Очень прикольно. Я не знаю, насколько демка большая. Мы ее всю смотреть не будем, ибо это демка. Я не хочу терять прогресс, это потом заново все это проходить. Блин, сука, интересно же. Пошли, пошли! Ну все, мать, тут вообще окружили прям жестко. Группа 3, на позиции. Внимание, вы окружены, выходите с поднятыми руками. Ой, сейчас дичь какая-то вот. Окей, окей, развязали мне руки просто. Я могу их прям поубивать. Что я могу еще? О, вертолет. Подожди, где вертолет? Не, с вертолетом не могу. Если сейчас дадут пострелять. Жесть, если сейчас пострелять дадут, это вообще имба будет. Ну не. А из них кого-нибудь? Нет? Блин, жалко только. Нет, Айден, не трогай машины, тут же я. А, да. Ну типа да, сорян. Я хочу вот эту пирожку. Сделай что-нибудь. А я тебя могу вылечить? Слушай, я с ними больше не могу контактировать. Только с тачкой, где она сидит. А, подожди, вот с этим могу, интересно? А, единственное, вот там еще один был, да?
Вот он, да, я так и знал. Они повсюду. Очнись, Дайвин, чтоб тебя! Да сейчас все будет, сейчас все будет. Так. Типа ничего не происходит больше. Ну давай. Куда нажать? Сделай что-нибудь! Ай, пока не поздно! Так, одного убрал, я понял. А что, по ней стреляют? Так, сейчас мы разберемся. Давай, дайте мне пострелять, блин. Ты что за чертовщина? Они прям пипец с Рэмбо друг друга убивают. Не стрелять! Нет, меня не возьмешь! Так и будем стоять! Я не могу на них кинуть что-нибудь. Они же придурки стреляют в нее. До вертолета не долететь, да, я так понимаю. Ну типа да. А вот здесь что-то есть, тихо. Сейчас мы их передавим. Чеки, чеки. Блин, ну мне так неинтересно. Вот с этим. Что-то придумаешь? По-любому с вертолетом что-то должно случиться. И вот. А, тут еще вот, смотри, сколько. Хорошо. Блин, лучше бы они дали просто их перестрелять. Это был бы и экшон такой, типа. И вот это вот. Нам хана всем! Айвен, они близко! Защити меня! Да я пытаюсь, подожди. Дверь! Ай, не могу открыть! Помоги! А, легко вообще. Ну, закрывай. С этими ничего не сделать, с этими тоже, да, ничего не сделать? Я ж уже все машины поскидывал. Бегает по машине. Они уже близко. Помоги мне. Укрытие! Так. Ну все, больше тачки я не могу никакие переворачивать. А, вот это. Меня! Скорее, Ай! Спасай! Смейси, кто тебя схватит? Блин, он не может... Через все стены проходить. Идут на что? Помешай! Ну и что? Делай что-нибудь! Блин, а что я буду делать? Мы на месте! Снайпер. Все снайперы готовы, блин. А, вот. Отлично. Они сейчас сюда ворвутся! Да помогишь ты мне! Жестко. Вообще, вот чтобы без всех этих манипуляций мог бы в каждого из них вселиться и поубивать. Почему нет? В чем сложность? Передай, чтобы отвалили нахер. Потому что в другой раз я всех убью. Блин, ну они знают, да то, что она вот. Раз они за ней охотятся, не просто ж так, значит, они знают то, что у нее есть вот эти способности. Иначе бы на обычную девчонку бы не вызывали никакой спецназ и все остальное. Жестко.
Да, блин, ну, что я могу сказать? Я не видел до этого игру, не видел прохождения по этой игре. Она очень круто играется. Она чуть потише взяла. Она очень круто играется, прикольно, необычно для пекарни. Необычно для пекарни, максимально необычно. Ну, блин, да, я думаю, я буду брать. Я, наверное, буду брать, как бы мы поиграем с вами еще, наверное, на стриме. Ссылки все в описании. Стримы проходят очень часто, я вас всех буду ждать. Игра классная, оптимизирована хорошо, я сначала думал не очень. Немножко неудобно управлять, но это просто с непривычки. Просто с непривычки, игра очень прикольная, мне нравится. И жду от вас какой-то активности, лайки, комменты и все остальное. Нравятся ли вам такие игры? Играли вы в Beyond? Смотрели вы прохождение? Все, я жду. И всем пока. Всем пока.